Всем доброго времени суток! Здрасте! Это мы, неожиданно, но мы с Александром, еще один мой брат, привыкайте, у меня их много. Мы играем сегодня в Ben and Ed. Я сегодня с утра назвала это Ben и Дед. Вот. Короче, играем с ним вместе. Я вот замечательная женщина в... Интересно, купальники. Вот. А Александр, у него просто оторвало нижнюю челюсть. А то, что у нас на лице, это вообще это так модно, вы не понимаете. Последний писк, сейчас все так ходят. Давай, запускай! Кооператив, любовь, дружба, жвачка. Так, ну что, где мы? Вот мы. Господи, мы уже второй раз пишем. Мы вчера писали, но я там это в сторис писала ВКонтакте, что у нас ничего не получилось. Вот, что мы лохи. Ну как мы? Я записала, а оно не записалось почему-то. Вот сейчас внизу... Ой, блин. Я потеряла писюн. Внизу значок горит. О том, что я пишу. И слава богу, надеюсь, что я... Так, кто-то потерял здесь ноги. Здесь был Александр, сразу видно. А? Ой. Я горю. Я голову потерял. От любви, я надеюсь. Конечно. Так. Запомните, никогда не спите на полу. Никогда не ложитесь. Куда? А то придет серый волчок, укусит за бочок, уже проверено. Кто тебя там кусал за бочок, что-то я не поняла. Волчок. Волчок? Да. Я пропустил начало шутки, ты пропал. О, где твои ноги? Джонни, где твои ноги? Потерял. Вместе с головой? Не, голова на месте еще. А вот да. Нижняя челюсть. Ну, это, в принципе, нормально для тебя. Оля-ля-ля-ля-ля-ля, ура! Нормально, хорошо, господи, везде все пишется, я так счастлива. Потому что я вчера очень сильно расстроилась. Когда увидела, что ничего не записалось. Писали наши пальчики. А, так там нормально было? Прикольно. А. Я могла бы не возвращаться. Да что такое? Я сегодня, Александр, кстати, увидела новость. Возможно, она тебе понравится. Возможно. Ты знаешь, что я упала? Конечно, нет, знаю. Это не та новость, которую я хотела поделиться. Ты знаешь, что в этом году выйдет Until Dawn на компьютер? Ты знаешь, что такое Until Dawn? Нет, сама такая. Что ты обзываешься? Я не обзываюсь. Это игра такая. Ой, бляха-муха. Чуть не умерла. Я до сих пор кашляю, ребят. Возможно, я умираю. Даже Дмитрий уже не кашляет. Да что такое? Да глянь! Я не могу пройти дальше. Ты меня ждешь? Ты пришел меня подбодрить? Давай, да. Прыгай радостно такой. Давай. Где твои помпоны? Вот опять. А? Я голову оторвал. А, подожди. А я хотела тоже голову оторвать, но какой в этом смысл? Да что такое? Какая добрая игра. Я хотела оторвать голову. Но какой в этом смысл? Молодец. И что дальше? Зачем ты сюда укатился, колобочек? Нормально. Опа. Ура! Опять ты горишь. О нет, я тоже горю. Как огонь, как завещал Слава Мерлу. Так, фу, какую плохую песню вспомнила. Нельзя так. Так. Ой, мамочки.
я сгорел. Ой, на работе. Ёлки-палки. Эть, поехали. Ай, да блин. А я? Я вообще тут решил поплавать в кислоте. Нормально, понравилось? Да. Только я так понимаю, ты уже ушла на чекпоинт. Да, вот она, я здесь стою. Чуй. Вот до чего она. Докатился, действительно докатился. Действительно, ты просто взял и докатился. Ура, чекпоинт. Опять ножи? Конечно. Опять эти дурацкие ножи. Ну, смотри, ты можешь обратно, потому что я тебе дверь вот тут открыл. Да ты что вообще творишь? Я, может, хочу через ножи. Что за дела? Там... Я хочу через ножи. В смысле, я что, лох какой-то? Конечно. Ну да, а кто спорит-то? Я разве сказала, что я не лох? Я спросила, я что, лох какой-то? Заметьте, я не отрицала это. Но зато ребята посмотрят на мой прекрасный купальник. Он действительно прекрасный. А еще он подходит к моему фону на видео. Фон у меня розовенький, купальник розовенький. Потому что я девочка, в конце концов. Ура, она это смогла! Да. Я всего-навсего 23 раза респаунилась. Да. Всего-то. Давай. Я даже знаю, какую карту ты сейчас выберешь. Че говоришь, давай? Я даже знаю, какую карту ты сейчас выберешь. Жопа. Ладно, не, такого не будет. Да ладно. Будет вот такое. Тим психа. Ну да, вчера она была, давай. Любовь с подписчиком прикладывает вторую часть сердца. Так, отлично. Да, это я эту хрень тоже помню, твою могилу. Ну, хотя бы она не так требует нервы тебе. Да, это радует. То, что было. Никуда тебя разнесло, конечно. Опа, ой. Нормально. Все в порядке, это... я жива. Чекпоинт. Так, я туда иду, да? Да. Давай. Я потеряла пыську опять. Ну, а где? Спасибо. Поехали. Поехали. Эй. Опа, хорошо. О, меня стоишь здесь. Бля, опять это страшное место. Да! Ты кто вообще? Ты что делаешь? Ну, честно, я старался. Оно и видно, блин. Что ты старался. Да, это место я тоже помню. Давай. Оп. Блин, мне показалось, что ты сейчас не допрыгнешь. Так, ага. 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 Так. Что там происходит? Ай-яй-яй-яй-яй. Ты опять без ног осталась. Это норма. Отлично. Эть. Отлично. Эть.
куда. А. Но мы это стоять. Да? Да? Точно. Ой. Куда? Ой. Роскомнадзор нас. Чё? А чё за фигня? Нормально, упал к твоим ногам. Ну, всё правильно. Хорошо. Я же женщина, в конце концов. Не должен падать к моим ногам. Ха! Очень сексистская шутка. Меня за это могут поругать. Ой. Нормально. Хотел вдохнуть. Какого-то Виктора зовут. Викторе написано. Ну да. Виктор и кого-то еще. Ой. Засосало. Ой, сосало. Боже, что это за место? Что это? Кто платформу управлять будет? Что? Кто платформу управлять будет, я или ты? Ну, я даже не знаю. Давай попробую я, хорошо. Ты понимаешь, что ты уже умер, да? Конечно. Красный. Красный. Я стою, жму на нее вообще-то. А, нормально. Нормально. Попробуй зеленый, затем красный. Во. Во. Желтый. Красный. Зеленый, а потом красный. Она в угол уперлась. Угу. В один угол уперлась. Красный жмай. О, молодец. Желтый. Это синий. Я знаю. Желтый. Красный. Зеленый. Красный. Ну чё там? Ты умер? Зелёный, красный. Сразу же. Зелёный, потом красный. Жёлтый, потом красный. Жёлтый, красный. Ты что-то по кнопкам не попадаешь. Ладно, ща. Всё. Всё. О, молодец. Хвалю. Зато еще ни разу не померли на этом этапе. Уже рады. Нормально. Чё, я вообще профессионал теперь стала, видишь? У-у-у. Что это? Опять? Сейчас ты в платформе ехать. Ёптить-моптить. А как? А что за дела-то? Желтый. Красный. И сразу желтый. Красный. Желтый. Красный. Зеленый чутка. Зеленый сразу красный. Красный! 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 Желтый! Желтый! Нет! Да! Все нормально! Боже мой! Мы еще живы, это уже радует. Так, ну что тут кнопку ты прошел? Да. Ой. Нажмите на кнопочку. Нажала. Я упал. Ты куда? Вниз. Ай. Меня шибануло молотком. Ты откроешь? На платформу встань. На какую платформу? Сзади. Сзади? Да. Хорошо, встал.
Ёлки-палки, это что за... Так, и чё? А теперь то же самое нужно у меня сейчас сделать. Давай. Ну, давай. Платформу опустить надо. А-а-а. Лёха. Поднимай. Всё. Блин, а чё, чекпоинта не будет, да? А зачем он тебе? Ну... Я даже не знаю, как тебе сказать. У меня не было ног. А! Ой. Ой. Ай. Ай. Ты меня прям лупасит этим молоком. Ой. Ай. Ой. Да в смысле, блин? О, я с одной рукой остался. Ой. И без ног. О, теперь вообще без всего тела. Блин, а может мне голову кинуть? Ну, на голове тоже очень хорошо играется. Ну, отлично тогда. Сейчас я тогда голову сразу кину. Ой. А вот и головы нет. Ой. Не по плану. Так, давай. Я карту. Да, выключай ее, блин. Да, намек. Ставьте лайки. А, классическая музыка пошла. Наверное, мясо показывает то, что нужно ставить лайки. Твое любимое. Да уж. Перелет. Недолет. Да что такое? Я даже попасть по нему не могу, чтобы ты понимал. Что такое? Немного не в ту сторону. Да. Опять. Ой. Ура, я встал. Все, я попал. Oh, I believe I can fly. Ай. Что это такое? Надо перетелиться. Блин. Ура! На кнопочку нажмите, будьте добры. Пожалуйста. Я сейчас попробую, я сейчас попытаюсь к тебе залететь. О! Мне кажется, не вышло. О, господи. Ай! Женщина, вы что творите? А, класс. А ты где? В смысле? В смысле? Да. Ой. Сейчас, нормально. Все. А ты нажал? Да. Спасибо. Ой. Тара-та-та-та-та. Куда? Нет, я пойду дальше. Стой, подожди. Оп. Блин. Скажи. Оп. А что там было? Ладно, понятно. На двух ногах проще. Оп. Вот, я же говорю. А, ты кнопку идешь нажимать? Ну иди нажимай. Это так хорошо получается, вот молодец. Глянь, уже тут. Оп. Ну в смысле? Оп. И чё? Оп. Ой. Вы меня забыли. В смысле? Ой. Спасибо. Да, обращайся. Где? О!
ты как тут оказался? Пришел. Кто управлять будет? Ну, я, наверное. Там красный, да? Зеленый. Синий. Так ты определись уже, зеленый. Зеленый, синий, красный. Белый, синий, красный. Так, белого здесь нет. Красный нажимай. Зеленый. Синий. Зеленый. Красный. Зеленый. Я тебя жду. Та-та-та-та-та-та-та. Неправильно ты, дядя Фёдор, делаешь. Да. Я уже тут. О! Как приделаться обратно к телу? Подходишь к телу, нажимаешь «Е». Точнее, не подходишь, а подкатываешься. Отлично, только я не приделываюсь почему-то. Хотя стрелка горит рядом с телом. О, нормально. Тебе стрел. Ну, я прям побежал, да? Блин! А, нормально. Да, жди своих друзей. Они у меня есть? Вообще-то да. О! У меня голова наконец-то скинулась. Ой! Ой! Ребят, простите за этот ракурс. Ой! Да ёлки-палки. Да ёлки. Я... Что это? А как я тут оказалась? Ну, а как ты тут оказалась? И вот тут я как оказалась? Сейчас, подожди. Я приду. Как я не... Нормально. Ой. Ой. Кажется, я умерла. Подождите. О, нормально. Пока жива, здорова. Докатился. До такого. Александр, как ты докатился до такого? А вот захотелось. Как ты докатился до BDSM костюма? Александр. Какой-то загадочный звук у Александра. Сейчас будут мучения. Адские. Что это? Мне уже моей жопе больно. Ты боль, моя дырка задница. Что это? Так вот могу сделать. Не, верни назад. Ну, давай попробуем ту. Я потерял. Давай попробуем, что ж. Выйти, у меня подмышки вспотели. Оператив. Мысли 11 минут. Я не понял. Ха. Мы уже заведомо просрали. И что это такое? А ты как? Легко и просто. На шифте. Ты читер. Надо вообще-то через эту штуку. Да мне пофигу. У меня шифт есть. Зря же разработчики сделали эту замечательную клавишу. Шифт? Конечно. Это... Выдерни ее у себя из компьютера. Из компьютера не могу, а вот с клавиатуры могу. Ну,
Вот из клавиатуры выдерни ее. Ты делаешь то, что не должен делать. Тебя за ориентарию, знаешь, что напишут тебе? Что ты шифтуешь? Как Дмитрий. Вот ты вот Дмитрию пишешь, Дмитрий, не шифтуя сам. Нет-нет, да и шифт-то прожимаешь. Шифтун. Так, и что? А дальше-то куда? А! Ну вот тут сюда как бы... Куда? Сюда. Я вот здесь. А почему ты здесь? А вот хочется мне здесь стоять. И ты сверху остался, да, гадёныш? У тебя коробки есть. Замечательно, спасибо. Коробка у меня есть, да? Сейчас поднимусь, пятюлей тебе дам. На правах старшей сестры. Сейчас я только дойду до тебя, подожди. О, спасибо. Всё. Пожалуйста. А я как? Ну, и платформу. О, слава богу, чекпоинт. Да. Под затыльник тебе. О, видишь, чипалах тебе отметили. Четыре раза подряд. Да. А потому что нечего. Ой. Что это? А, спасибо. Ай. Ой. Блин, не первый раз мне так повезло, и мне даже ни разу нигде не влетело. Ой. Спасибо. Ай. Чипалах. Блин, хотел на бой лететь далеко, но не получилось. Блин, я так хорошо прям пробежала первый раз. Ай. Голову прям кидать. Куда голову кидать? Зачем? А. Во, нормально. А, ты там? Да. Так я уже вообще-то доходила до этого. До того места, где ты стоишь. Меня этот последний ножик прибил. Пачета. Ой. Глянь, а. Я же говорю, я сначала вообще все красиво сделала. Последний ножик. У меня тут нету никаких ножиков. Да. О, нормально. Ну я вот там. Вот, я вот сейчас. Беги. Бегу. Что это? Написано, что тебе голову надо оторвать. Тебе надо голову оторвать. Как звучит-то отвратительно. Ты что, можешь уже на кнопки не нажимать, я их только что нажал, обе. А чё мне голова не долетает? Так ты разбегись, прыгни. Так надо голову кинуть. Ну тебе нужно в полете кинуть голову. А так можно? Да. Охренеть, блин. Что за механика такая? Ну, конечно. У меня сработала, конечно, мышка моя прекрасная, да. Кинула 10 раз. Ага. Только анимация-то у меня не срабатывает. Я нажимаю, ничего не происходит. Спасибо. Я оказалась... Я провалилась сквозь текстуры. Да... О... Неужели, блин?
Так, стоп, это что такое? А, блин, испугалась. Так, посерединке надо, да? А где чекпоинт? А, вижу. Вижу. Ура. Я дошла. Видишь? Снова прыгаем и опа. Поднимай меня. Эй. 3 минуты осталось. Допустим. О, у меня тут чекпоинт. Нормально. Угу. А у меня? А, у меня тут тоже есть. А, подожди, я могу прыгнуть. Я могу прыгнуть. Сейчас, подожди. Во, поднимай. Сейчас я до чекпоинта. Так, отлично. Так, дальше давай. Так. Финиш. А ты говорил. А ты говорил, что нет. Сейчас будет резня. Да уж. Да какой резня, блин, кооператив опять? Ты видишь, сколько там билд натыкано? Изумительно. Мясорубка! Ой. Распай. Эхо меня расплющило. Это косплеишь Советский Союз? Плохая взяла распад. Плохая шутка. Ой, там чьи-то, знаю. Там чьи-то ноги, смотри. Где? Вон, на коробке. Видишь, чья-то ступня. Нормально. Подожди. А? О. Нет! А вот и все. Ты замужем теперь. О, нормально. Чё, нормально? Пурёт, блин. Куда? Не толкай его. Ладно. Что вы с ним? Ты вообще сами котину вытолкнешь. Ты что творишь? Помидор, я вижу помидор. Да куда ты его? Главное, ой, мы еще целыми дошли. Ага. Ага. Угу. А дальше ты чё? А дальше все. Чекпоинт, ты выиграл. А, нормально. Тут надо голову кинуть в полете. Опять, блин? Да. Спасибо. Сейчас, я подожди. Ну, кидай же ты! Чё ты не кидаешь-то, блин? Я нажимаю кинуть. Что за говно? Я, главное, нажала кинуть, он не кинул. Да ты! Аж слюни у меня вылетели, блин. Ты знаешь, как ты у меня выглядишь? Как? Ты просто бегаешь с пустой рукой. А у меня тоже твоя пустая рука. А у меня тоже пустая рука. Почему анимация, блин, срабатывает, что он руку от, как бы, голову. Это, ну головы в руках нет, блин. Ну же. Нет! Здравствуйте.
Куда? А? И чё? А. Б. А. Стой, нажимай. Отожми. Нажимай. Тут глаз в стакане. Теперь на нижнюю жмай. Серьезно? Да. Мясорубка! Ух ты! И куда тебе за... говно? Сейчас опять его скинем. Mm-hmm. Точнее, попытаемся его скинуть. Не, нормально вроде идет. Он сам ест. Это мясо. Правда, почему из нас получается такой куб мяса, который больше нас? Не спрашивай. Так, я кажется... А? Ты просто бросил... Ты понимаешь, что у меня сработала анимация, и ты просто бросил писюн туда? Нормально. Я у себя ничего не бросил. Вот опять. Туда просто улетел писюн. Нормально. А, можно было просто туда голову кинуть, даже не с разбега. Стой, вон туда, да. На платформу спустись. Спустилась. Ой. Упал. Бля, вы сейчас серьезно? Давай, прыгай еще. Молодец. Больше так не прыгай. Мастерство паркура. Ну, что это? Так, сейчас подожди. Теперь ты. Я прыгнула. С шифтом. Замечательно. Прыгнула. Не туда она прыгнула. Блин, голову накинуть туда нельзя, жаль. Ой, я без шифта, да. Кстати, прыгнула. И чё? Туда голову надо кинуть. Говно. Спасибо. Ноги мне были не нужны. Только мешали, честно говоря. Ой. Зачем тебе ноги? Да я тоже спрашиваю, думаю, только мешает, блин. Да что это? Да ёлы-палы, а. Да, правильно, ноги мне не нужны. Да что за говно, блин, я не могу, блин, уже злиться начинаю. Так, стой, подожди, голову надо? Да. Неужели, блин? Ой, 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 ой. Куда? Ай, да куда? Ты что это за дела? Я на старт прилетел. Молодец. Ты сама на это полюбуйся. Да я даже не подошла к тебе, говно. Отлично. Ай. Нет, я опять горю. Да куда? Да опять на старт! Да возьми же... Да в смысле? Да твою мать, да какого она меня бесит, блин, эта карта уже! Да... Залупа, блин. Да что за говно? Да... Да...
Очень агрессивная серия сегодня у меня будет. Мне жарко. Почти 12 минут на одной карте сидим. Так, выключай ее, я не могу. Все, уже это, меня бесит эта игра. Давай последнюю какую-то нормальную, чтобы мы закончили нормально. И все, блин. А, сойдет? Это уже была. Ну, блин. Дима, включи кондиционер, пожалуйста. Жарко. Я куда-то доплыла. Это двери, которые нужно открыть. Да, я сейчас открою ее. Так. Своим обаянием. Я ей подмигну, скажу, эй, дверь, откройся, пожалуйста. Опять горю. Не, давай что-нибудь другое. Мне вообще не нравится эта карта, она какая-то хрень, если честно. Сойдет? Давай, easy start написано. Но все остальное будет совсем не изи. Напоминаю. Версус. Ах, это еще и Версус. Да. Хорошее окончание сегодня. Конечно. Ай. 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 Да что это такое, блин? Да? А ты уже вперед убежал, да? Да. Какашка. Ну правильно, я не тороплюсь, чё, я и с умом все делаю, все эти... Загадулечки, ты с умом, это не тороплюсь никуда. Ой. Я меньше тем за минуту прошел эту карту. Молодец. Мама бы тобой гордилась. За 53 секунды пробежал. Она смогла. А, тут неправильно написано. Тут написано, что я победил. Ты сейчас опять начнешь обвинять меня в читерстве? Нет, просто человек нехороший. Я так и понял. Давай я сейчас буду заканчивать, прощаться с ребятами. Ну что, ребят, я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, то... Поддерживайте его лайками, подписывайтесь на канал, потому что очень многие из видео смотрят мои ролики без подписки. Не надо так, это очень грустно. Выйдет какой-нибудь интересный видеоролик, а вы его проглядите, потому что на канал не подписаны, уведомления не получаете. Придется каждый раз искать мой канал в поиске. Вот. Также, если вдруг что-то интересного я буду вставлять в этот видеоролик, то ссылочки на все это интересное будет в описании под этим видеороликом, простите за тавтологию. Мы с вами увидимся в следующих играх. Это был Ben & Dead, это была Ульяна, это был Александр. И мы вместе с Александром говорим вам... Всем пока! Пока-пока!